Учти, Утор, мы еще никогда ничего такого не пробовали. Если это меня исцелит, я готов на все. Я не могу! Это для него слишком! Он не справляется! Поможем ему! За мной, друзья! Держись, Утор! Впусти воспоминания в свою душу! Я готов тебе помочь. Продолжай свои... Мы поможем тебе выстоять, Утор. Это же часовня Алонсия в Стратхольме. В тот день я стал первым паладином. Вперед, Утор. Займи свое место. Свет наш свидетель. Милостью его да переродится наш брат. Клянешься ли ты, Утор, чтить догмы небесного света? Клянусь. В чем суть этих догм? Три добродетели. Уважение, упорство и... И что еще? Сострадание. Способность видеть сходство, невзирая на различия. Умение сопереживать другим, даже когда... Ох, Артас. Постой! Что это там? В углу? Весь город должен быть очищен. Как ты мог даже подумать об этом? Его воспоминания переплетаются. Утор! Давайте поможем ему! Как будущий ему. Король, я приказываю тебе зачистить этот город! Он должен сам преодолеть боль! Пока ты еще не король, юноша. Но этот приказ я не выполнил бы, будь ты хоть трижды королем. Тогда я буду расценивать это как измену. Измену? Ты совсем лишился рассудка, Артас? Тебе что-то нужно? Эти воспоминания... С ними что-то не так. Клянешься ли ты внимать свету и нести в мир его мудрость? Тебя гнетет сожаление и память об Артасе. Клянешься ли ты истреблять зло и защищать невинных и слабых? Я клянусь. Встань, Утор, защитник Лордерона, первый из Ордена Серебряной Длани.
На все воля Архонта. Мы служим высшей цели. Мы с тобой. Свет милостивый. Артас, что я наделал? Волнуешься, Артас? День, когда Артас стал паладином. Я хорошо его помню. Честно? Да, ты праведно служишь свету, но мое сердце полно сомнений. Ты многому меня научил, Утор. Но иногда я сомневаюсь, что создан для этой цели. На тебя возлагают немало надежд, но ты превзойдешь все ожидания. Есть идея. Дружеский поединок тебя взбодрит. Конечно, Утор. Нет, я должен был его понять. Почему я не слушал? Мое оружие твое. Воспоминания все еще мучают меня. Твоя рана, она еще болит? Да. Возможно, боль не утихнет никогда. Приветствую. Что это за место? Кажется, я знаю. Здесь ты погиб. Он пришел за урной с прахом отца, которого сам же и убил. В чем дело, Утор? Что тебя держит здесь? В тот миг я его подвел. Я забыл про добродетели, особенно про сострадание. Мое сердце было как никогда холодно. Я стал ему не учителем и даже не другом, а заклятым врагом. Пускай так, но это воспоминание научило тебя ценить сострадание лучше любого писания. Запомни этот урок, Утор. Ты не изменишь свое прошлое, но волен выбирать будущее. Артас, я должен был попытаться спасти тебя. Надеюсь, для тебя уже приготовлено сразись особое место со мной, Утор, и я дарую тебе быструю смерть. Нет, боюсь, мы этого никогда не узнаем. Во мне говорил гнев. Видишь ли, я собираюсь жить вечно. Что тебя тревожит? Утор, если тебя мучают эти воспоминания,
От них можно избавиться. Следуй предназначению. Но собратья отреклись от нас, не желая слушать. Благодаря им я усвоил не один урок. Теперь я это понимаю. Если у меня будет выбор, мне очень жаль. Я с ними не расстанусь. Сегодня Утер многому меня научил. Если будет выбор. Адрест, нам надо идем поговорить. Идем с нами, Николом. Мы должны найти способ вновь объединиться. Дать тебе поручение? Выковать новую печать можно лишь в присутствии 5 идеалов. Сегодня мы выберем нового идеала – верности. Но, Архонт, именно верность, не знающая сострадания, привела нас к расколу. Быть может, нам нужна не верность, а преданность нашей цели и друг другу. И душам, что мы сопровождаем в темные земли. Я встретила отступничество Девии с копьем в руке. Она была в чем-то права, но я не слышала ее. Но Утер указал нам новый путь. Отныне все Кирии смогут сделать выбор. Сохранить воспоминания или отказаться от них. Адрест, я назначаю тебя идеалом преданности. А ты, Клея, станешь его десницей. Я? Но, Архонт, я же... Твоя преданность нашей священной цели несомненна. Ты, как никто другой, заслуживаешь этой чести. Благодарю тебя, Архонт. Мы не подведем. Хочешь о чем-то спросить? Наш дом. Нужно не просто вернуть храм, но и убедить оставшихся там раскольников присоединиться к нам. Мы поможем. Я соберу союзников. Встретимся наша в покое распорядителей. Наша цель ясна. Пожалуйста, говори. Я слежу за тобой, смертное создание. Я покажу тебе дорогу. О чем ты? Новые идеалы не появлялись уже много веков. И еще дольше мы не возводили новых храмов. Время пришло. Адрест, выйди вперед. В тяжелые времена ты не терял терпения и сострадания. Пусть они не покидают тебя и впредь, идеал преданности. Пять храмов, 5 идеалов. Стань среди нас, Адрест, и помоги выковать печать нашего ковенанта. Символ нашего нового пути. Пути единения между Кириями и Раскольниками. Я вижу тебя. Стремись Утер, к чистоте. Утер, прости за такой вопрос, но что случилось с Артасом потом? Когда он умер, мы с Девией забрали его душу и бросили ее в утробу. И Арбитр ничего не знала? Значит, у него еще мог быть шанс на искупление? Как знать? Это было не мое решение.
Девия сбила меня с пути. Теперь я увидел утробу своими глазами. Ни одна душа не достойна таких мучений. Простить можно не каждого. Но теперь я вижу, что даже к таким душам нужно относиться с состраданием.